Чуваши ищут мастеров кино. В столице республики вновь стартовал чувашский кинофестиваль «Азам», третий по счету. Церемония открытия прошла в Театре юного зрителя имени Сеспеля. 18 кинолент будут бороться за звание лучшего фильма чувашского производства. Обо всем подробнее Рифат Фаткулин. Документальное кино, мультфильмы, драмы, комедии, короткометражные, полнометражные. В этом году фестиваль вобрал в себя еще большее жанровое разнообразие. Кинофорум открылся показом художественного фильма «Фуга» режиссера Марата Никитина. Картину уроженец Новочебоксарска решил преподнести в виде яркого и скандального ТВ-реалити-шоу. Главный герой фильма потерял память и узнает всю правду о себе, что называется «здесь и сейчас». Автор уверен, что состязательность в таких фестивалях – понятие лишнее. Фестиваль – это всегда такая рабочая тусовка, где можно пообщаться с другими режиссерами, посмотреть кино другое, да, чем живет мир, грубо говоря, да, какие мысли у режиссеров вообще, какие идеи витают вокруг. Ну, также познакомиться с нужными людьми, как всегда, да, с продюсерами, с актерами. Это обмен мнениями и всегда какой-то определенный такой праздник для кинематографистов. Все авторы имеют награды целого ряда профессиональных конкурсов. Для них фестиваль «Азам» – главный способ донести свои работы до зрителей. Их творчество воплощает те новые идеи, которые востребованы в 21 веке. Мы должны сегодня развивать кино, чувашкино. Для этого мы будем все свои возможности использовать, и средства бюджета будут предусмотрены, чтобы мы, как всегда говорю, все вернули кино народу. На фестивале преобладает этническое кино, созданное авторами в самом эпицентре реальной, волнующей их жизни. Работы оцениваются по 14 номинациям. Среди членов жюри – именитые кинодокументалисты. От этого фестиваля я ожидаю некоторых или больших изменений по сравнению с фестивалем прошлого года, конечно. По сравнению с первым фестивалем, прошлый год был, я считаю, очень удачным. «АллатРцы» очень хорошо себя показали. Марат Никитин понравился. Юрий Спиридонов своими работами выделился. В этом году я считаю, что достижений больше будет, потому что жизнь вперед идет. Кинофорум продлится до 17 ноября. Все сеансы бесплатные. Увидеть конкурсные работы можно будет в Национальной библиотеке и архиве электронной документации республики. Победители фестиваля получат главный приз – статуэтку «Азам» с чувашским орнаментом, которая символизирует связь неба и земли. Организаторы же надеются, что этот кинофестиваль выведет чувашский кинематограф на другой, более высокий уровень. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.